Так, как юного рыболова зовут? Как звать? Как звать? Чего молчишь? Скажи. Поймал карася или нет? Поймал? Большого? Чайки сидят. С этой стороны озеро, а с этой стороны болото такое вот. Все в корягах. Но тоже никого не видать. О, даже дорогу промыло что-то. Ну, нифига себе. Давно я тут не был. Пойду маленько приберусь, а то горе рыбаки тут столько хлама понаставляли. Сейчас маленько соберу это все, уберу. Почище тут было, тут какие-то крышки лежат. Ну и будем ловить, посмотрим. Всем, друзья, привет и доброго здоровья. Сегодня вот после ночи, время вечера, у нас 6 часов. Решился пробежаться по озерам города, посмотреть, где какие рыбаки сидят, какую рыбку ловят. Ну, сейчас быстренько экспромтом пробежимся, быстро туром посмотрим, где рыбачат, какую рыбку ловят. Ну и с вами все увидим. Взял с собой, там кинул две удочки маховые. Ну, если где-то рыбачат, посмотрим, закинемся, тоже порыбачим, половим. Уже с прошлого года не ловили. Ладно, вперед, не будем терять время, едем, смотрим. Ну вот, друзья, вот такое вот озеро в черте города Анжира. Но что-то рыбаков никого нету. Ну, кукушка кукует. Никого. Мы прошлый год здесь были, пробовали два раза рыбачить. Но здесь мы ничего так и не поймали, ничего у нас не клюнула никакая рыбка. Ну и сейчас тоже никого рыбаков нету. Ну ладно, поедем еще, съездим, посмотрим на другое озеро. Здравствуйте. Во, хоть одного рыболова повстречал. Ну и как успех безнадежного дела? Да есть маленький. Приветствую. Ну что, есть улов? Да, парочку. Хорошо. Крупный, нет? Ну, покажи. Ну, хорошие, неплохие. И ротан, что ли? Ну, три ротана. Фига. Ясно. Один пескарь. А что-то она его спустили маленько, что ли? Что-то мелко вообще стало тут. Вообще мелко. Вот такое озеро Мишиха. И на всем озере у нас один рыболов только. Больше нету никого. Не было, сидели. Сидели, да? Не выдержали клёва такого, да? Ну вот один рыболов сидит на Мишихе. Четыре рыбки пойманы. Сидит с обеда, говорит, не клюет ничего. Поедем, переедем еще на до озера, посмотрим, может там кто-то есть. Ух, и дорожка тут. Ух, и дорожка.
О, какие-то машины стоят. На два крючка. Ну все равно вон прилов-то есть, там три карасика плавает, да? Ну-ка, что, крупные хоть, нет? Ну, такие средненькие. Ну а это больше были, да, Серег? Да, помню. Ну вот такой улов у рыбаков. Ладно, наверное, мы поедем закинем где-нибудь. Ладно, удачи вам. Доброго здоровья, рыболовы. Доброго. Как успех безнадежного дела? Потихоньку. Берется, да? На удочку. Да. На манку рыбачите, да? Манка, червяк. Ну народ, и там сидит, и там сидит, да? Везде помаленьку. Пошевели. О-о-о. Вот он, вот он. Вот он, вот он, поклевка карася вот так происходит. Ну такой хороший, ладушный карасик, да? Да, очень большой. Нормально, нормально. Ну ладно, с уловом вас. Да. Добрый день. Первый намок, да? Да вон это втыкал. Я набрал. Обломился одной ногой, провалился. Ну ясно. Ну что, есть успех-то или нет? А? Есть успех, клюет, что нет? Да я вот только пришел, сейчас только вот забросил последний. В субботу был, два часа посидел, я 8 штук поймал, какие поладушки. Да, да. Утки полетели. Ну, вот такое вот озерище. Народ везде сидит. И там сидят. Там он на лодке сидит кто-то. Там он на дамбе. Тут машин очень много стоит. Ну, так, то один, то два поймал. Рыбка поклевывает, карась. Ну, и мы пойдем, закинем, посмотрим наши снасти. Попробуем, будет что ловиться или нет. Увидим. Ну вот так вот, друзья, расположился здесь, закинул две маховые удочки. На одну насадил червяка с опарышем, на вторую манку и опарыша. Закинул, пускай стоят. Сульчик установил. Ну, пойду маленькое место здесь приберу, а то тут вот горе. Рыбаки такого трипера тут понаставляли. Сейчас маленько уберу тут, чтобы почище было. Ну и порыбачим, посмотрим, будет клевать у нас сегодня или нет. Откроем сезон нашей рыбной ловли на карася или что попадется тут у нас. Пособирал мусор, потом выкину и все поеду. Ну вот так навел порядок маленько здесь. Поубрал весь мусор. Набрал вот целый пакет вот такой вот. Потом домой отрыбачим, поеду домой и выкину все в мусорку. Рыболовы, не оставляйте за собой мусор. Ну и где наша рыба? Когда она клюнет, что-то погода поменялась. Это вроде солнышко было, а сейчас затянуло, что-то тучки опять все. Ну сегодня, говорю, вот время после ночи. Маленько есть. Вон сосед поймал там, карасяку вытянул. Время было маленько, после ночи поспал. С голубями управился, вот время 6 часов было, поехали. Проехали на одно озеро, заехали на второе. Рыбаков нет нигде, вот на одном сидели там, сидел один. На Мишихе поймал там 4 рыбки. Но сюда вот приехали, здесь вроде рыбаки сидят. Так. Кто 2, кто 3 поймал карасика. Ну и мы вот закинули, посмотрим.
Вот он. Вот такой карасик попался нам. Первый в этом сезоне, ребята. Первый карасяка. Червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок, отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок, наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. Подружились и с тех пор свободным днем стал ездить на рыбалку я с бывалым рыбаком. И глядя, как лаская поплавки течет вода, налив вина, мы чокались всегда. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок, отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Давай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок, наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. В песок ушли года, и съела ржавчина металл, но в день и час, когда рыбак бывалый умирал, на смертном ложе лежа и открыть не в силах глаз, он все равно шептал в последний раз. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок, отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок, наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок, отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок, наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок, рыбку на крючок. Ну вот так вот погода поменялась. То солнышко было, а сейчас все затянуло тучами. О, потянул. О. Подтянул сразу тучами, затянул, хотел показать вам. Вот поймался нам третий карасик такой вот. Ладно, сейчас я его сниму, отцеплю и включусь. Что там? О, вот он. Вот он. Есть, ребята, такой вот карасик. Вот такой вот. Ну, сейчас я его тоже сниму и включусь. Попался типок карасяра. Вот такой вот. Ладно, закину крайний раз, и будем собираться домой тоже.
Привет. Здорово. Привет. Есть маленький. Ну, о, поднакидал тоже карасяк ты, да? Там еще есть. Ой, это... А что, без садка, что ли? Да, я их сейчас отпущу. А, выпустишь? За вчера ходили, блядь, такой, до 300. Хороший, да? На это... Ну, в принципе, он один день не поклевал, наверное. Да, да. Так, нифига. Тоже сидишь в час по чайной ложечке. Клюванет, да? Ну, понятно. Вот на прикорм еще идет, а так вообще все. Да. Ясно. Ну все равно он что, накидал в ямку. Ясно. Ну что, друзья, вот такая рыбалка у нас с экспромтом получилась. Половили мы с вами рыбки, проехались по водоемам, посмотрели. На одно заехали, рыбаков нет. На второе заехали, рыбаков нет. На третье заехали, там один рыболов сидел, поймал там 4 рыбки. Ну и приехали мы на такой вот водоем. Порыбачили, поймали маленькие рыбки. Навели тут порядок. Весь мусор убрали. Вот я его сложил в пакет сюда. Сейчас поеду, там возле дома в мусорке выкину. Собрал я все снасти. Уже достанем нашу рыбу. Посмотрим, сколько мы с вами поймали за полтора часа экспромтной рыбалки. Поймали мы столько вот карасиков. Раз, два, три. Ну, успокойтесь. Тихо. Тихо, тихо. Угомонитесь. Посчитаю вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 штук. 9 карасей вот таких вот поймали. Ну что, за полтора часа неплохо. Сейчас поеду там. Сергей у меня кур развел. Сосед, товарищ. Ему отдам, пускай покормит. Ну вот что, вот такая вот рыбалка получилась. Рыбалка, круиз по озерам проехали, посмотрели. Ну, здесь посидели, порыбачили, поймали с вами. Ну и заодно тут перебрались маленько на берегу. Что ж, пожелаю всем удачи, всем вам крепкого здоровья, здоровья вам, вашим близким. Ну и, конечно же, до новых встреч. Увидимся.